была. Видимость такая. Все, она улезаться начала. Мы чё, мы туристы, что ли? Не, мы спецотряд. Пичка, у нас имба. Так, у меня сильно все понятно. КВ, может, на этой выпуске? Какая у тебя пишу? Русенки! Оля, дурож, ты молодец! Тойота Ханисан, так. Где? В гараже запарковано. Дома. Да. Пошли, что, неспешно? Смерть идем. Ушел, муж вообще идти. Что-то в воздухе на деревьях висит. Там кто-то побежал вперед. Дальше. Пропал. А я увижу, слышал, он это прозрачный. Да. Кстати, он исчезает. А причем нормально бежал, нормально пацан бежал. Что-то они? Да. Да типа туман такой, что люди исчезали. Да. Рядом держитесь, а то пропадем. Добро пожаловать. Как будет такая поворотная просёлок, что мы по ней уезжаем? Ну, что-то это, лагодром а начался, я вижу, как надо дёргаться. Окоп. Да, да. Вот я что. Хрен такой стол, можно, в принципе, пролезть. Обидно пролезть. Я пополз совсем. Нахера при таком тумане 3,5 километра, ребят? Не знаю, я вижу. Там Урал стоит. Труп чей-то. Я пополз, парни. Здесь можно бежать, если никто не палит. Я говорю, если никто не палит, можно бежать не смогу. Так, у меня бинокль есть. У меня... Ой, на нас там есть один чувак. Вижу, он за Уралом бегает. За Уралом бегает. Живой еще, Паш? Нихуя. Я живой. Бу-бу-бу, палец за забор. Что там, как? Там машина, там три человека. Я один палец, чувак. Это не техника, на Урал вижу. Здесь наш. Вон у нас палец, чувак. Ну у тебя шум, ты там лаунды. Она стреляет. Понятно. Нас, блин. Это помни. Не могу, у нас как-то. Ну, поступать не буду, как-то. А,
Видел ПКТ, можно отработать. Что, что нам дальше на метку БТР ехать, зеленые? Да, и оттуда уже воюете там сами. Давай я сейчас высуну химиоптика, попробую. Паша, вызывайте эту консервную банку. По имени Азбек? Да и хер с ним с именем, он реально работает. Где, какой хер она вообще где-то планшет там разрабатывает? Азданик, долго вас ждет? Мы двигаемся, блин, у нас вот это, заминка слишком долгая. Понял. Тут еще у вас есть какое-то отделение, которое на Жигулях приехало. Я не знаю, они что-то походу на ДВ их нет. Блин, я тоже двигаюсь, что за кретин. И у них какое-то отделение на Жигулях еще. Насколько ее смущает. Да построили. А потому что так и просидим мы сейчас в этих бузах и этих самых камней, и дальше не продвинемся вчера. Да сейчас мы поотъедутся. Вот. Бэттер, ты по кому будешь? Чтобы калаш был, я прыгаю сюда. Я уже этого чувака в руку принял. Да ветер, ветер, посмотрите, как он вообще видит. Да ветер вообще. Паш, дай ему команду, пусть работает постоянно. Ты расскажи, пусть он на работу нормально, у меня ФБК есть. Ну скажи, он на ДВ. Точно так же можно с Сашей поговорить. Это работа. Можем ты на закинуть проект. Я сейчас вот так проходит, чувак.
засовывать, я смотрю, там больше можно, в принципе, купить. Я вижу, можно. Постоянно, короче. Паш, предложи начать подавляющий огонь. ПТР. Вообще не будет связи. Может, они его выбили, но стоит не справа. Я вроде ничего не видел, не стал. А 230 копна, там вон этот самый стоп сена смотанный, вот там люди вроде пучкуются, говорят. Знаешь, да, я на крик перешел. Да, вижу. Если мы у вас у кого-то. Да, наши. Туда, кстати, пробежало, там двое было, еще три туда пробежало. Быстро, собака, выйди назад. Ваша бота там еще живой, нет? Там бегают люди. Сильно, да, который? Да. Ребята там, кто у вас с биноклем? У вас эти дымы есть? Я смотрю, там они сейчас попрятались. Они вылез один. Не могу понять, кто это. Черная форма. Я туда пальцы пульки впускаю, вроде как не помотает. Он закончится скоро. Если там правильно стоит бетер, непонятно, что он делает. Да я его буду, не знаю. Может вакуация. Может ствол. Можно, в принципе, бачком, как кубом эти, которые у нас первые были, просто. Видишь, на 175 от нас там не может добежать. Что в этом мы, походу? Это не понимаешь, где он? Да. Да, можно до них попробовать отойти. Вы можете сделать, а я как окопы пока есть. Караульные населения, которые... Затянется долго, Я побежал. Там два человека, три, по-моему, уже налево перебежали. Рация лежит, это Вест. А тебе сюда? Ну, он ко мне.
Я могу попробовать вперед пройти вообще. Как ты слышишь? Я мелкими. Я сейчас никого не вижу. Я мелкими перерезал, переползками там по метра два-три делаю. Собираюсь смотреть. Я сейчас спалю руку, они все сидят на другом фланге, может бежать. Слева, слева. С левой стороны постоянно вылазит чувак. Вижу, слева от нас кто-то там бежит с калашом, спасло. Кто это? Смотрит, панк. Калаша там спасло. Нет, это конкретно калаш. Не-не-не, он слева от нас, бегай, на 140 азим. С камеры вижу. Еще один остался. Чё-то меня, по-моему, спали. Наверное, я сейчас умру. Ну, короче, я побежал. Кто-то слева, по-моему, побежал. Маленький какой, на 190, там 220. Сена, сена близко. Да, да, я понял, с правой стороны. А я где... Бля, я вижу, на бокопах сидят. Меня смотрят. Много? Я бегу, блядь, на них. Больно? Ай, больно. Вижу, на меня там таращится, урод. Продолжение следует...
в этом углу на 170, там враги вылезают на меня. Смотри, смотри. Есть кто-то в окопе? Да только что пушка ответку кину. Там, короче, просто слышали.
Он какой-то наш ЧДКЗшник кидает гранату в своем окопе и взрывает себе ее. Left.